два таких чехла. Это третий чехол, к которому идет стекло. Понятное дело, что он, конечно, подубитенький, но работает-то он хорошо. Стекло с одной коцкой. Здесь на торце пару коцок. Он облазит, конечно, но тем не менее включается и нормально работает. Заглушки здесь нет, давно отвалилось. Сканер работает. Что же мы имеем внутри? Съемный аккумулятор, сим-лоток. Здесь у нас микросим одна и микро SD карточка вставляется. Сейчас я его почищу. Единственное, что стоит заменить вот это вот стекло на камере, потому что оно лопнуло и заезженное все. Ну а так, в целом, нормальный телефон, на котором можно без проблем менять аккумуляторы и пользоваться им. Переходничок. Плотно защелкиваем и включаем. Ну, спиртовую салфеточку для того, чтобы его обезжирить и вытереть, подготовив к продаже. Так, сенсор работает идеально. Быстрый, шустрый. Если его сбросить, то будет намного лучше бегать. AMOLED матрица, как на всех эсках. В очень нормальном состоянии. За такие-то деньги, думаю, быстро уйдет. Так, что же у нас тут есть внутри? NFC модуль здесь присутствует, но обычная S5 модель, память об устройстве.
Так, 13 гигабайт, 16 гигабайт памяти и об устройстве. Состояние батареи, сети и других. Номер модели SMG900H. Версия Android 6.0.1. Версия прошивки. Ну вот, в принципе, его характеристики.